Привет, зритель. Иногда вместо того, чтобы заглянуть в рецепт, можно делать что-то непонятное. Короче, у меня был миндаль по объему 500 мл. По грамм, не знаю, меньше, чем 500 грамм, потому что я там сколько-то поел. Я его залила водой. У меня еще эта миска не мытая. Тут у меня, не знаю, тому, наверное, год уже, если не больше. Вообще, мне кажется, он вместе со мной приехал сюда. А может, и нет. Короче, тут этот... Как он, блин, его звать-то? Ху, мусс я из него делала. Забыла, как его звать. Мунк, не мунк, нет, не мунк. Короче, тот, который не мунк. Из которого тоже можно делать аквафабу. В общем, я в этой миске замочила миндаль. Он мне часа 4, наверное, мог. Потом я его, значит, слила в воду. Переложила в тарелочку, он у меня высох, я его сегодня, значит, сюда зафигачила. Потом 150 грамм сахара у меня тут. В общем, у меня есть бумажка, на которой я все записывала. Вот я даже, смотрите. Несколько это, ну, то, что тут, если вдруг кто-то ничего не понял, 150 грамм сахарного песка, 500 миллилитров объем миндаль, сушеный, вымоченный несколько часов, соединить в блендере, и того. И, в общем, я его начала того. А он что-то и не пошел. Миндаль, кажется, не совсем просох. Местами не весь. Сахар намок. Но и не вышло. Я помню, что миндаль просто взбивала. Ну, в смысле, измельчала. Но без всего. Тут что-то вот... Ну, не дошурупила. Я думаю, как, блин, у меня тут пропадает, значит, одно с другим. Я решила... У меня была такая фигня. Я ее привезла. Вот тут написано 20 миллилитров. Виски скотч 2014 года с осени. Сталин Хельсинги Викинг Клаб. Добавить в массу, которая не хочет вместе измельчаться. Миндаль не стоило замачивать. Да, тогда я сушеный миндаль зафигачивала. Короче, вот такая вот фигня у меня стояла. Когда-то было 50 миллилитров. Я кому-то из тогдашних своих девчонок налила на попробовать, потому что я такое не пью. И покупала чисто в подарок одному товарищу, но, в общем, у нас с ним, на мое счастье, не сложилось. Там он еще капля осталась. Так как я в алкоголе не понимаю, я вообще думала, что это бренди. Но это не бренди. Вот такая вот бутылочка пластиковая. Можно потом в нее что-нибудь добавить. Или налить, только вымыть сначала. И я, значит, это, начала пытаться взбить. Но у меня не пошло, потому что там было только вот 20 миллилитров. После я, значит, это второй пункт был, добавила сначала 50 миллилитров молока. Ой, у меня там такая крышечка от этого, кажется, на ней деление, там можно 60 миллилитров делать. В общем, 4 крышечки я добавила. Сначала одну крышечку, вроде мало, потом вторую, вроде не, как бы, ну, сойдет, типа, 100 поставила. Потом 150, в итоге 200. И под конец я поняла, что... Все равно 200 им тут мало, и вроде как-то, ну, не очень оно взбивается. Даже для смузи как-то густовато очень выходит. Молоко 1,5% уже в холодильнику было. В последнее время покупал уже. Ну, в общем, с момента, как стал от Бакздрав делать эти кефирчики с их заквасок. А потом что-то так и подсело. 1,5% молоко, по большей части его и покупала. Сметанин, что ли оно там называется. Сейчас оно вроде моя цена называется, магнитная, короче. Там около литра, я, ну, около 40 с чем-то рублей, 40 плюс-минус 1 рубль стоит. 300 миллилитров в итоге я налила сюда этих 6 коробочек. И у меня и того со всем остальным. В общем, того со всем остальным. А потом я понимаю, что можно бы, наверное, ну, как бы миндаль, наверное, с алкоголем сочетается. Внезапно я так попробовала, как-то и не противно. И, значит, вспомнила, что конфеты уже бывают шоколад, там, с миндалем, с каким-то алкоголем. Ну, и я добавила 40 грамм какао-порошка. Оно у меня в этом стаканчике было. И перемешала. И у меня так хорошо оно перемешалось. А потом, значит, я поняла, что вроде как-то все-таки немножко густовато. И четвертый этап. И еще 50 миллилитров молока. И снова того. И немножко снова того. И вот она у меня такой с массой стала. Я тут даже тенью иду. И она такая, короче, как бы... Я сначала думала ее толкнуть, а потом сварить, и будет у меня шоколад. А сейчас я думаю, что может его не надо варить. У меня не до конца тут размешалось молоко. Оно там видно беленькое. Просто уже оно очень густое. А мне...
Мой блендер сказал: вали-ка ты, Лёля, нафиг. И я пошла нафиг на балкон за контейнерами. Вот сейчас у меня новый киви. Я про него забыла, его надо уже съесть. И, в общем, тут у меня остатки булочки, которые я гренкой сделала. Давно не делала. Точнее, да, я давно очень не делала. Вообще не знаю, сколько лет уже не делала. А тут внезапно сделала и получилось. Решила забить там в кукпеде как раз этот. Когда-то собиралась по кукпеду сделать, но делала наобум. По памяти частично, а потом закинула этот фотоотзыв на этот купет. Тут у меня фасоль, которая вот, ну, это самая постанка. Несколько кусочков шоколадки осталось покупной. Там яблоки сушеные с курагой. Ну и, короче, в общем, я вот это и хотела заснять, вам показать. Я перелью, а потом, наверное, засниму, как оно уже перельется. Потому что я как бы временно без штатива. Меня близкий родственник попросил на пару дней его. Ну и как бы я за это время ничего не собиралась снимать, а на руке вполне себе можно. Там у меня, кстати, матья с молоком, с этим 1.5%. Я что-то ее заварила в этот раз в чайнике. Засыпала несколько неполных ложечек. По большей сумме это целая чайная ложка, просто как-то она у меня сыпалась. Нут. Нут у меня, короче, тут отпакает. Он, оказывается, нескольких сортов был, потому что другой нут у меня крупный. Этот нут я на развесе покупала в Ашане когда-то. Хочу этот раз его завтра сварить уже и просто поесть. Без всякого хумуса. Ну, короче, сделать его как просто бобы. Сварить и съесть. В общем, у меня получилось два круглых контейнера. И неполный вот этот вот. И тут еще я сейчас ложкой повыскребала. Я думаю, сюда пару бананов фигакнуть, воды добавить. И взбить уже конкретно так, чтобы было смузи. Я вот думаю, интересно, если заморозить, что будет. А потом разморозить по вкусу, вообще очень-очень вкусно вышло. Как какая-нибудь начинка жидкая из каких-нибудь там конфет шоколадных. Случайный совершенно эксперимент от Лёли. Лови, зритель, идею. Я сейчас это задолбашу и пойду монтировать.